жена уже производная, мы говорим, что сама производная в тексте спрятана. Она вот где максимум функции. Где максимум функции, производная достигает 0, да? Но дело в том, что и в минимуме тоже 0. Если будет минимум функции, да, то производная 0, да? И когда максимум, тоже 0, да? И мы как будто бы вот этот при x, вот мы когда говорим, y равно там kx плюс b, там при k коэффициент, ищем там прямую какую-то, да? Так вот эта прямая в данном случае y равно нулю. Y равно нулю. Вот она идет. Это по оси x она прямо ровно идет. Не выше, не ниже, а ровно по оси x. Но тут еще какой момент. Вот эти точки, они все-таки отличаются. Да? Из них некоторые максимума, а некоторые минимума. А как их отличить? Вот как их отличить? Отличить их надо вот так. Вот если мы этот нолик пересекаем сверху вниз, а можем снизу вверх, да, пересекать. Это мы как бы из минуса в плюс поднимаемся. Если из минуса в плюс, то есть она здесь убывала, а тут она возрастает. Значит, из минуса, вот здесь она убывала функция, а тут она на самом деле возрастает. Убывала, возрастает, это точка минимума. Максимума, соответственно, наоборот, из плюса в минус. Максимума. Тут она возрастала, тут она убывает. Вот максимум вот так выглядит. Вот так, смотри, вот они. На оси, на нуле. А минимум выглядит вот так вот. И вот смотрим, где вот таких точек у нас. Вот так они выглядят, да, на картинке. Сверху вниз. Раз, да. Вот она раз. Вот это все. Вот это раз. И вот еще два. Два. А эти, а на самом деле точки минимума. Они снизу вверх. Потом правильно, здесь ответ будет с точек максимум два. Две штуки.